гадаю, где я подхватила эту простуду. Ребятки, я заболела. Батя, просто батя. Еще могу сыграть? Я сейчас... Да ё-моё. Учитесь. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем проходить с вами Barrow Hill. Итак, мы с вами закончили. Мы собрали здесь, короче, грибы. Да, грибочки мы тут собрали, короче. И... посмотрели радиостанцию, сходили. Вот. В этой серии я хотел сходить сюда вот наверх. Где там? Вот здесь где-то у нас, да, проход наверх. Хотел сходить вот сюда наверх и посмотреть, что здесь. Вот. На радиостанции мы нашли металлоискатель. Но в нем нет батареек. Нам нужно найти еще батарейки. Будет. Так, смотри, здесь свет нужен. И здесь свет нужен. Окей, у нас есть. Так, ничего не видно. Ничего нет. Окей, погнали. Здесь пусто. Погоди, грибочки. Нет? Эти грибы можно собрать? Смотри, эти грибы тоже можно собрать. Окей, заберем. Сейчас мы, короче, грибов тут насобираем. Виртуальный симулятор, короче, грибника. Ходим по лесу и собираем грибочки. Так, ладно. Здесь пусто, здесь пусто, здесь ничего. Опа. Кто-то шуршит, короче, сзади меня. Так, смотри, сюда можно пройти. Да, блин, шорохи вот эти. Куда можно пройти? Можно сюда пройти. И... а, здесь сюда нет. Короче, налево или направо? Давай сюда вот пойдем, направо. Посмотрим. Здесь таблички. И походу пепел, да, наверное? Пепел сожженных людей, короче, здесь. Опа, здесь что-то можно посмотреть, погоди. Ой, стой. Это кусок одежды? Короче, пепел чей-то. А, я сделал кругаль, смотри, да, и вернулся обратно на стоянку. Понятно. Так, да, включи фонарь-то. Прекратите раскопки. Да ладно. Погоди, это что? А, ну такую штуку мы уже читали, смотрели. Угу. Так. Погоди, а... я что-то заблудился. Я оттуда пришел. Сюда вот я еще не ходил. Так, ладно. Запомни... блин, нифига здесь ходов, смотри, налево, направо. Сюда, через кусты куда-то. Сюда. Пойдем через кусты. Опа. А вот это что-то новенькое. Угу. Допустим. Фонари, короче. Что-то можно сделать, смотри. Скрипком, может, поскрипти, нет? Так, ладно, допустим. Допустим, мы... сюда, наверное, еще что-то рано. Мы еще, наверное, чего-то не нашли. Короче, к каждому камню можно подойти и посмотреть. Еще я хотел вернуться, короче, на эту, на заправку и поговорить с Беном. Может, он что-то еще скажет интересного. Офигеть, как далеко дорога это ведет.
Нам бы реально не заплутать. А что-то мне подсказывает, что эта дорога нас выведет, короче, именно к этому, к кургану. А Бен нам говорил, чтобы мы держались подальше от кургана. Здесь какой-то лагерь. Лагерь, наверное, этих археологов, которые раскопки вели. Да, наверное, скорее всего. Решка тут перевернута. Здесь что у нас? Будни Корнула, копать или не копать. Новая волна протестов против археологических раскопок захлестнула Берроу-Хилл. А на сей раз для возмущения имеются весьма веские причины. Археологи намереваются вскрыть самое древнее захоронение в кургане. Несмотря на многочисленные предупреждения со стороны защитников природы и местных жителей, верящих в древние легенды, связанные с курганом, Конрад Морс не намеревается отступать от намеченного плана. Он единственный ученый, которому удалось получить разрешение на раскопки в этом месте. Никогда раньше руки исследователей и охотников за сокровищами не касались этого древнего захоронения. Конрад Морс полагает, что множество мифов и легенд, окружающих курган, послужили своего рода защитой памятника от расхитителей гробниц. А, лучший пирог. Во время прошедшего всего ежегодного фестиваля выпечки в Учвуде была названа победительница конкурса на лучший пирог. Ей снова стала Дороти Эллис, представившая на суд жюри восхитительный горный пирог. Деньги, вырученные в результате этого благотворительного мероприятия, пойдут на восстановление спасательной вышки. Ну, короче, газеты в основном пишут одно и то же. Все одно и то же, короче, пишут в основном. Только как бы разными словами бывает, да? Так, погоди. Опа, качелька. А, это не качель, это... Как ее? Просеивать песок, наверное. Ну, зачем-то нам куча песка показана. Непонятно. Пока ни черта непонятно. Так, погоди. Вот сюда. И вот сюда. Два прохода. Давай зайдем сюда. Посмотрим. Блин, все равно темновато. Почему он, короче, фонарик-то все равно не запускает свой? Опа. Еще грибочки. Хорошо. Стой, погоди. Ну ладно. Там был какой-то плюсик. Я думаю, это грибам обратно. Еще какие грибы. Сколько же грибов. Блин. Точно какое-то зелье надо будет варить, короче. А зелье это будет дар какой-то. Один из даров, наверное. Опа. Камешки стоят. Это уже не есть. Хорошо, это что? 7 июля. Как хорошо, что я пригласил в команду Питера. Хотя он молод, его археологические достижения заслуживают уважения, а усилия, которые он прилагает, вселяют в меня уверенность в успехе нашего дела. Мы обнаружили множество предметов, среди которых несколько разбитых горшков, по одному основанию каждого камня. Я чувствую, что мы стоим на пороге, которая приоткроет тайну этих древних подношений. Эти горшки определенно использовались не для захоронения останков, как можно было бы предположить. С каждым новым обнаруженным предметом мы подходим все ближе к решению этой загадки. 9 июля. Я уже начинаю сомневаться, что мы когда-либо откроем загадку этого древнего монумента. Для чего он был возведен? Мы можем только надеяться, что в ходе раскопок найдем что-то, что подскажет нам, как жили люди, населявшие эту местность в далеком прошлом. Хотя мы уже проделали большую работу, меня не покидает ощущение, что все это лишь царапины на поверхности истории, в то время как нам следует углубиться в саму суть. Сегодня у меня брала интервью какая-то дама-репортер, приехавшая на раскопки. Чувствовалось, что она подготовилась к интервью, провела определенные исследования, и ее незашаренное восприятие мне очень понравилось. Она спросила, ожидаю ли я найти доказательства существования друидов. Я не смог сдержать смеха. Друиды? Об этом вроде почти ничего не известно. Записи римского историка Тацита
не могут служить доказательством их существования. Это все происки так называемых археологов, работающих на публику. Один из них Уильям Стукелей и выдумал так называемые круги друидов. Да, какие-то друиды, короче. Может, реально с друидами что-то связано? Мы же находили запись. А, коробочку, помните, в святилище нашли? Может, это коробочка друида была? Где всякие там... Так, погоди. Отпечаток. А, погоди! Мы видели, короче, помнишь, в святилище нашли... какую-то, короче, картинку. Там была вот отпечаток руки на одном камне, а на втором, короче, свет от луны. Да? Вот на этом, наверное. Так, погоди. А это что? Туда что-то положить можно? Может, монетку? Нет? Ой, я вышел. Налить? Дар? Нет? Нет, пока ничего нет. Так, ладно, здесь еще рано, значит. Вот, свет от луны, короче, вот сюда. Сюда тоже что-то надо будет поставить, короче, наверное. Я так полагаю. Блин, столько всего еще у нас не найдено, походу. Столько всего нам еще придется искать. Угу. Эти камни нас не пускают. Погоди. Возможно, когда мы сделаем... Опа, какие-то записки лежат еще. Возможно, когда мы, короче, найдем, ну, то, что нам нужно, да? Сделаем вот этот какой-то ритуал, и нас пропустят, наверное, туда. 13 июля. Что он ищет? Мы забыли приносить подаяние нашей земле. Мы забыли свои корни. Перестали почитать землю, воду и небеса. Он вызывает ко мне. Его беспомощные возгласы эхом отзываются в моем мозгу. Почему перестали они приносить мне 7 подношений? Что случилось с моими детьми? Где они? Я не знаю ответов. Он говорит со мной во сне. Я слышу его дыхание. Охота началась. 15 июля. Поиски его бесплодны. Камни, они возвращают нас к нему, они возвращают нас к земле, они питают нас силой. Тысячелетиями возвышаются они, глядя, как проходят века, как сменяются друг друга столетия, как рождаются и умирают цивилизации, отчего стали мы глухи и слепы, чем пожертвовали мы во имя прогресса. Его разум пронзает землю, он видит нас насквозь, он ищет дары, которые доверил нам на хранение. Помним ли мы, кто он и чему он нас учил? 2 августа. Мы работаем со старыми планами местности по наброскам великой Амелии Рэмфорд, к несчастью, ныне исчезнувшей бесследно. Хотя меня не волнуют слухи о ее исчезновении, я благодарен ей за ту работу, которую она проделала. Археологическая карта местности очень помогает нам в работе. Жаль, что мы никогда не узнаем, что помешало ей закончить работу. Насколько я знаю, полиция закрыла это дело много лет назад. Окей. Пока из всего то, что вот мы узнали, это то, что ожил, да, вот этот какой-то страж, короче, и он ходит и уничтожает людей, да, там вот этих всех, кто вторгся, типа, в его владение, вот. Пока, я так понимаю, пока не поднесут ему подношение. Я так это понимаю. Вот. Воу-воу-воу-воу. А вот, мать его, и курган. Ух, какая мелодия. Берухил, круг камней. Круг камней Берухил. Этот круг стоячих камней был возведен примерно 2000 до нашей эры, хотя точная дата его создания не определена. Он состоит из 7 камней, один из которых выступает за границей круга. Местные жители называют его сторожевым камнем и считают, что он обозначает точку входа в круг. Курган в центре круга, давший название этой местности, относится к древним захоронениям бронзового века. В отличие от многих других каменных кругов, в Корнуолле ни один из камней не изменил своего положения. И монумент выглядит в точности так же, как выглядел в те века, когда был возведен. Сами камни, использованные постройки круга, были каким-то образом доставлены из дальней части Корнуолла. Захоронение в кургане относится к бронзовому веку. Дата обнаружения этого монумента не зафиксирована. К кругу ведет древняя тропа, начинающаяся у родника Святого Анеки, ну вот, по которой мы и пошли.
Единственный в Корнуолле круг камней, которому более 4000 лет. Окей. Так, отсюда я пришел. Ну, давай посмотрим. Выступай. Так, погоди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть камней. Погоди. А седьмого нет. Седьмой, наверное, это страж, вот этот, который и ожил. Да? Я так понимаю, вот два. ТП. ГЗ. Пока я... Короче, вот этим камням надо будет подношение подносить. Но кому какое, короче, подношение, я пока вообще не в курсе. Надо будет искать документации. Вот. У меня пока два дара. Но я пока этого делать не буду. Надо, короче, найти сначала все, да, наверное, 7 даров. Вот. И уже потом решать, смотреть, куда кому какое. Там, по-моему, где-то были имена вот этих камней. Вот, и один у нас есть, Хенрик, это вода. Но воды у нас нет. А кто из них Хенрик? Надо, короче, это все изучать, все это смотреть. Я либо, короче, за кадром это все посмотрю. Либо также в прохождении посмотрим, как это будет. Так, я хочу клопать вон туда. Или нет, не подойти? Там какой-то... О, да. Какие-то раскопки, видишь? О. Погоди. Здесь что-то. С хлебком? Угу. И что-то сюда надо положить тоже. Монетку. У меня пока ничего нет, короче. Ладно, окей, я понял. Сюда нам еще рано. Сюда нам нужно будет идти, когда мы уже найдем все дары. Ладно, пошли. Давай вернемся, короче, наверное. Может на заправку вернем. Погоди, стой. Ну-ка. Вернись обратно-то. Можно как-то? Вот. А, мы еще налево не ходили. Погоди. Мы пошли направо. А налево мы не ходили. Так. Погоди, а где проходы-то? Дальше, что ли? Вот, мы пошли сюда. Пойдем, давай сюда сходим. Есть какие-то... Блин, еще сюда? Ходов просто... А-а-а! Я понял. Все к одному месту ведет. Надо, короче, выходить. Все, все к одному месту, короче, ведет. Вот, еще надо понять, что делать с святилищами. Так, пошли обратно, короче, сюда. Да. И что я хотел? А, я хотел, короче, этому. К Бену подойти. Нет, не смотри, не смотри на меня. Меня здесь нет, нет. Оно само? Нет, нет. О! Нет, нет. Бен! Твою мать, дал... Что? Я что-то нихера не вижу. Да ну нахер. Мне туда не попасть. Я знаю. Погоди. Бен, держись. Держись, Бен. Там есть окно. Помнишь, да? Где мы видели, смотрели на Бена. Ой, ёп. Перный театр. Окно, говорю. Было окно. Охренеть. Так, а где Бен?
камеры видеонаблюдения. Окей. Ну-ка, давай по порядочку. Так, камеры видеонаблюдения. Погоди, Барри Хилл, так, окей. Угу. Фотография кургана. Камеры видеонаблюдения. 4 камеры. Так, это какая? Это кухня. Это, походу, Бен. Он вышел с кухни. Так, а дальше что? Это улица. Ага, он прошел. Вот он прошел свой офис. Окей. Это вот как он прошел свой офис, получается. Да, пылесос стоит. Окей. А, машины еще нет, смотри. А, вот подъехал машина. О! Что это? Погоди, что это? Булдыжник-убийца. Да ладно. Он просто давит. Ни хрена себе. Я не думал, что именно вот так вот, прям вот так вот, прям вот так вот камень, короче, ходит и убивает всех. Я думал, это монстр там. Бугага. Ладно. Окей. Даже как-то забавно. Так, ладно, окей. Еще у нас здесь есть. Про рабочий. В гостиничном номере 1 идет ремонт. Я установил новый код на дверь. А, вот, 287. Окей. Первый номер. Сейчас я запишу. 287. Чтоб не забыть, короче, первый номер. Окей, пожалуйста, впустите рабочих, когда они приедут, и дайте им код. Они не сказали, когда точно они приедут, но они должны прибыть сегодня, Джордж. Окей. Так, это все один только, да? Угу. Что у нас здесь? Бутылка. Состав золотой ячмень, чистая вода. Опа, опа, погоди. Да что ты делаешь-то, твою мать? Так. А, или она пустая? Она пустая. Блин. Я думал, здесь этот дар можно налить. Бен, вчера я врезался в эту чертову старую машинку для уборки фруктов, которая стоит во дворе. Она грохотала, как 100 чертей. Не представляю, что там у нее внутри. Может так громыхать. Разбери ее, что ли. Все равно уже не починить. Только не вздумай заниматься этим во время ночного дежурства. Машина какая-то стоит с фруктами. Надо посмотреть. Так. Посидеть? Сидеть я не хочу. Смысл сидеть? Смотри, еще одна дверь какая-то. Погоди. Так, здесь мы посмотрим. Натураль фруит. Ладно. Здесь мы все посмотрели. А. Понятно. Ага. Теперь я открыл дверь. Угу. Теперь я могу сюда заходить спокойно. Так, давай пороемся на столе. Что у него здесь на столе есть? Фотографии какие-то, вертолеты всякие. Это ничего интересного. Доска. Котейка. Хорошо. И что у нас? Такси от баба. Это все читали, все одно и то же. Так, ладно. Батарейки. Хорошочно.
Выиграйте 2 миллиона фунтов. Просто найди 2 одинаковых рисунка, чтобы выиграть приз. Смотрите защитный слой. Я выиграл? А! Просто найди 2 одинаковых рисунка, чтобы выиграть. 2 одинаковых! А, это разные. Ладно, я ничего не выиграл. Может, еще раз? А, ну они одинаковые, да? Понятно. Так, шарик для гольфа. Калькулятор. Фрути, годнес, натурал, фрути, фрути. Волшебная, черная смородина. Мягкий, глубокий вкус только что собранных ягод. Яблоко, освежающий вкус с легкой кислинкой. Груша, сладкая, нежная, богатый вкус летнего фрукта. Крыжовник, сладкий вкус с легкой горчинкой. Угу. Так, да блин. Бумага. Бумагу взял зачем-то. Ой, уйди. Ну, не надо. Прекращай. Так, ладно. Привет, ребята. Это Мэгги. Вы там? Снимите трубку. Похоже, я сегодня не приду на работу. Я знаю, что Кэрол еще не приехала, но я чувствую себя просто ужасно. Не знаю, где я подхватила эту простуду. Вчера еще все было в порядке. Ладно, я еще позвоню вам попозже. Все? Да, ребятки, я заболела. Ладно, окей. Так, здесь мы смотрели все. Так, а где Бен-то? Все, Бена... Бена нет? А вот и Бен. Ну, Бен, мужайся. Пусть тебе ковер будет пухом. Так, ладно. Теперь что, вот здесь дверь какая-то, да? Давай взглянем. Это вот на улице, это на задворке, значит. Угу. Бутылочки. Нет. Это что? Мини-казино. Монетку бросит? Не работает, что ли? А, работает, смотри. Прикольно. А чё, всё? А, ещё. У меня есть несколько попыток, что ли? Давай, сейчас. Ща я куш сниму. Но. Батя, просто батя. Монеты по 50 пенсов. Все? Или еще могу сыграть? Да, или еще могу сыграть. Ну-ка, давай еще мне. Я сейчас. Да ё-моё. Учитесь. Учитесь. Так надо куш срывать. Так, что у нас здесь? Плесень. Ну, по-моему, все. Так. Глушак. Что-то, блин, машина. Разобранная машина какая-то, да? Так, давай-ка вот здесь посмотрим. Это что? Стой. А, я взял? Это что? Линза? Это линза. Стоп! Линза! Свет от луны через линзу. Да? Да. Я понял. Будем пробовать. Попробуем. Так, это что? Трехколесный велосипед. Угу. Все, здесь больше нет ничего. Блин.
Здесь еще, знаешь, в игре, блин, некоторые места, они вообще не нужны. Но их показывают, знаешь. Вот, допустим, вот этот вот чайник нам зачем? Чайник вот этот. Пиротень это вся. Лестница сломанная. Огнетушитель. Может, куда-нибудь поставить эту лестницу, не? Точняк. Наверх. Ну-ка. Угу. На крышу на какую-то полез вообще. Куда лезу? Я вообще не понимаю. Просто. Ну, отличный вид, что я хочу сказать. Так. Куда полез? Опа, офис какой-то, смотри. Ух ты, смотри, какой раритет стоит. Так. Август 1983 год, короче. Что-то здесь зачеркнуто. Это надо запоминать. 19. Ладно, до 20 августа зачеркнуто. Запомним, да? Что-то паутина. Так, может пригодится, я не знаю. Визит Корнуолл. Карта. А кто? Слышишь, да, шаги? Кто там? Опа, 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 погоди. Древние боги пробуждаются. Равновесие должно быть восстановлено. Так, нашли третий дар. Третий дар, и что у нас? А где? Третий дар масло. Окей. Шахматы. Ага. Угу. Так, уйди, не надо, я уже все сделал. Так, в коробке тоже ничего нет. Угу. Ладно, мы нашли батарейки, мы нашли дар. Это уже продвижение. Это уже продвижение. Карета. Да как отсюда выйти-то, блин? Во. Так, машина. Все, да? Угу. Паучпок. Так, ладно. Арахнофобом не смотреть. Мака какая-то. Я ни черта не вижу. Может, фонариком посветишь, нет? Жесть. Так, номерные номера. Еще одни. А чё? Ни хрена непонятно. Не развидеть. А чё? А, это выход на улицу. Там что, была дверь, что ли, какая-то? Ладно, окей. Окей. Не, в машине поковыряемся. Что здесь у нас? Тоже ни черта.
Я так понимаю, это все. Мне здесь больше, я так понимаю, делать-то нечего. Робки. Все, что нужно, мы уже взяли, я так понимаю, здесь. Потому что, видишь, все одно и то же. Можно на улицу выйти. Мы с еще вернемся. Кровище там, видал? Так. Что мы вообще здесь налутали? Смотри, в принципе, много чего налутали. Вот. Линзы, батарейки. Теперь нам, короче, нужно сходить, вставить батарейки в металлоискатель. Попробовать линзу, да, поставить. Тут бумага, я не знаю зачем. Короче, у нас еще монеты есть. Может, вот эту монету по 50 попробовать в этот священный источник бросить. Про какой-то автомат, короче, еще говорили. Надо посмотреть где-то здесь на улице. Да, он сказал? Давай-ка сейчас взглянем. Видите где-нибудь автомат? Я лично не вижу. А, еще номер, короче, код от отеля. А, вон он стоит. Код от этого, от номера отеля. Вот он, автомат. 50 Р. 50 П. 50. Ага. И? Ну давай. А давай все наберем. Пускай все будут. Так. Это что, кружовник, да? Угу. Ну пускай все будут. Пригодятся, наверное. Наверное, пригодятся. Так, окей. Что, на этом я давайте буду заканчивать, дорогие друзья. Вот, много всего мы нашли сегодня. И в следующей серии, короче, мы посмотрим для начала номер, короче, один, да, вот этот, что там интересного. Потом сходим за металлоискателем и будем уже смотреть. Я так понимаю, короче, надо будет металлоискателем попробовать пошуршать. Помните, когда мы шли на радиостанцию, там было местечко, которое вот, ну, автоматически он так раз-то посмотрел, что-то ничего не сделать было, там земля какая-то. Вот, там вот надо будет металлоискателем попробовать. Вот. Ну и так вот, не знаю, там кучки всякие. Можно, кстати, будет попробовать в лагере вот этих археологов кучка песка, тоже там посмотреть. Так что тоже не зря ее показывают. Вот. Но это будет уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ссылочка на прохождение будет в описании. С вами был Валерий. Всем пока.